Молот Зари отключен. Берт, осматриваем дом. Мы на лестнице. Я понял. Встретимся во дворе. Так, что там у вас? Да тут толпа уродов с пушками пытаются нас подстрелить. Отбой. О, черт! Вот они! Маркус, я должна что-то сказать. Не сейчас. Говорите. В доме есть сейсмическая активность, возможно. Там внутри туннель саранчи. А, понял, Аня. Мы заметили. У, да, детка! Ну что, дамочки? Внутри саранча. Да, и еще. Там за домом БТР. Убираемся из этого крысятника. Без обид. Ага, БТР, он сломан. Сказал же, починю. Так, времени в обрез. Возвращайся и почини БТР, а мы идем внутрь. Заткни ее! Вверху чисто. Берт, что там с этим БТРом? Да хреново с ним. Диск сцепления накрылся, придется снимать маховик. Эй, Берт! Карданный вал, ни к черту. Давай, чини! А, ладно, понял. Хорошо, сделаю. Почувствовал? Будет еще одна дыра.
Давай, иди сюда. Пошли. Есть. Ничего не поделать. Пошли. Можно идти. Джек, подключись и начни искать. Ладно, Аня.
Ввожу данные. Ждите. Что мы хотим найти? Туннели саранчи. Не может быть! Зачем столько ходов? Это как соты. Вся планета пронизана ими. Они повсюду. Я так понял, данных хватает, и мы свое дело сделали. Более чем. Тогда сваливаем. Считывай данные. Не могу. Файлы слишком большие для нашего канала. Тогда мы возьмем их с собой. Джек, сливай данные. Есть, но нам нужно время. Эй, мужики, мы тут вообще-то все еще воюем. Помогли бы. Где вы есть? Передняя часть дома, второй этаж. Мы уже идем. Нам заявился. Саранча во дворе! Да, давай, детка! Мы с Коулом будем у броневика, а ты жди Джека! Не пускай их в дом! Класс!
Скачал данные.
Так, времени в обрез. Возвращай. То, что я чинил, спасибо мне. Спасибо тебе. Нужны... Бомба в поезде? Так точно. Командование выбрало главной целью эмульсионный сток. Поезд доставит бомбу туда, остальное сделают ваши данные. Ну и куда направляемся? Ваше рандеву с поездом на станции Тингат. Понял. Конец связи. Берегись! Держись! А, черт. Вот. Так, надо опустить мост. Паэрт, ты со мной. Том, Коул, вы прикрываете. Быстрее, старик. Врумок был прямо за нами. Что-то здесь явно не так. Ах ты, зараза, а ну работай! Противник! Давай его сюда! Прикрой Маркуса! Данные у него!
Они нас ждали! Они знали, что мы делаем! Штаб, это Дельта. Мы застряли на мосту. Нужно восстановить питание. Жду команд. Поняла, Дельта, ждите. Рядом с вами поврежденные линии. Идите вдоль берега к парку Насар и отремонтируйте их. Вас понял. Том, ты со мной. Берт, Коул, вы двое охраняете БТР. Ты охренел? Должен быть другой способ. Берт, я тут главный. Стойте здесь. И будьте готовы двигать, когда мы дадим ток. Как скажешь, босс. Старик, ты сейчас говорил прямо, как твой отец. Мой старик думал, что сможет предотвратить эту войну, а получилось вон что. Что ж, теперь его карта поможет ее закончить. Я не думаю, что он бы оценил иронию. Показывает, что парк Насар кишит саранчой. Есть другой путь, но вам придется вернуться к мосту. Некогда. Берт, как понял? А нам на поезд успеть не надо? Свяжись со штабом и двигай к тем линиям. Мы зачистим парк и встретим вас там. Так точно.
Что такое? Мы уже наверняка у линий. Вы что-нибудь видите? По-моему, да. Прямо впереди. Через парк у Старого театра. Идите туда, и пусть Джек их ремонтирует. Встречаемся у линии. Летилки! Вау! Печь выкрутится! Бросайте и ищите эти линии. Ладно. Бета, начальник поезда сообщает, что к ним движется саранча. У вас как обстановка? Подходим к линиям электропередачи. Новое вводное. Чтобы поезд не захватили, он набирает скорость. Ваш график сильно уплотняется. Рома! Вашу мать, опять он! Уберите эту тушу от линии электропередачи! Без проблем. Смотри! Эй, козел! Хочешь угощу? На-ка, выкуси! Прочь оттуда! Быстро, быстро, быстро! Ты совсем охренел? Thank you.
слышно, повторите. Плохо дело. Думаешь, мы успеем? Если нет, придется всю оставшуюся жизнь драпать от этой пакости. Брумок погиб. Спасибо большое, мы возвращаемся к линиям. Блин! Дьявол, брат, сваливай отсюда нахрен! Маркус, его надо задержать! Стреляй по ногам! Все еще прет! Целься в ноги! На связи. Мы починили линии электропередачи, но у нас тут Брумок. Ждем рекомендаций. Аня, как слышите? Наверное, сеятель. Ага, и совсем близко. Хорошо, мы сами по себе. И времени в обрез. Эрт, Кол,
Встречаемся с вами за театром. Так точно, детка! Тут должен быть служебный вход. Разделимся, так мы его быстрее найдем. Я иду наверх. Ты поищи задний ход в портере. Молота нет. Черт. Надо придумать что-то еще. Это я возьму. О, да! Родина! Не против. Помоги мне, дом, передвинь ту стенку. Давай, поворачивай! Тупик. Можем сдвинуть стену? Давай сюда! Он там! Черт! Эта туша постоянно за нами носилась! Окей, начальник, что теперь? Штаб Дельта на связи, как слышите? Черт, нет связи. Ладно, без помощи штаба мы поезд не догоним. Так что все силы на восстановление связи. Ищем сеятеля!